В самой сути армии коллективно, как правило, всегда давлеет над личным, начиная с того, что служба – это священный долг и обязанность гражданина, и заканчивая уставами, а также внутренним распорядком, где тоже много разного про то, что должен и обязан человек, а не армия. Правда, сейчас есть один очень ощутимый нюанс. Подъем в 6 утра, строевая и физическая подготовка, теория и практика военного дела. День за днем, каждый из которых строго расписан. Параллельно копится армейский бонус. Теперь год срочной службы в Казахстане приравнивается к успешно сданным экзаменам. И после дембеля можно сразу идти получать высшее образование. Причем некоторые вчерашние солдаты учатся в университете, о котором мечтали. На специальности, которую выбрали сами. Абсолютно бесплатно. 21-летний Али Мухамеджан готовится к сдаче первой сессии. Говорит, что о возможности получить грант на обучение в ВУЗе по итогам срочной службы узнал уже будучи в армии. И это повлияло на него и остальных. Само собой же там конкуренция. Не все солдаты могут поступить на грант. И все чувствовали, что должны все стараться лучше всех. Али служил в рядах сил воздушной обороны. Гордится, что охранял небо столицы. Было 4 главных критерия оценки солдат. Боевая подготовка, психологическое тестирование, дисциплина, выполнение спецпоручений. И если раньше эти баллы заносили ручкой в журнал, то сейчас каждая оценка каждого солдата оцифрована в общереспубликанской базе. Все же гранты – это деньги. И в их распределении должна быть прозрачность. В итоге в этом году из 50 тысяч дембелей 3 тысячи получили возможность на бесплатное высшее образование. Али тот самый важный звонок от командира получил уже дома, в ауле, через 1,5 месяца после окончания службы. Серьезно говорите? Да, серьезно. И сразу же за этим отправляю список, которые поступили. Шоковое состояние. Серьезно, есть ли там я в списке? Листал, нашел свою фамилию, обрадовался. Вот, не передать эти эмоции. К слову, Али и так собирался после армии поступать в университет на айтишника, как мечтал, но точно не в этом году. Если бы не грант, сейчас он бы работал и копил деньги на обучение. Так что армию, в которую сначала не горел желанием идти, теперь вспоминает с удвоенной благодарностью. Абылайхан в военкомат пришел сам, еще и одногруппников из колледжа с собой позвал. Год жизни по уставу парень воспринимал как ту самую школу жизни, которая может понять, кем стать в будущем. О привилегиях для солдат тоже узнал во время службы в рядах Нацгвардии. Я просто пошел в военкомат и там спросил, есть призыв. Они сказали, да, завтра в Шымкент, готовься. Теперь у меня есть друзья почти во всех городах Казахстана, подводит итоги года в армии студент первого курса, будущий строитель Абылайхан Умрзак. Говорит, в конце службы всем сказали написать 3 вуза, где они хотели бы получить образование. Из 56 ребят в их роте гранты получили 6 человек. На выбор десятки специальностей, в основном технические. Есть некоторые пацаны, например, заваливают ЕНТ, потом идут в... уезжают в армию, вот, и они, им такой сюрприз. То есть теперь армия – это не запасной жизненный путь для тех, кто не поступил, а прямая дорога к высшему образованию, минуя экзамены. Любой, прошедший срочную службу, освобождается от них при зачислении в ВУЗ. Это право забывшими солдатами сохраняется в течение 2 лет. Такой же срок дан, чтобы воспользоваться грантом. Кстати, если дембель осенью, то можно не ждать старт следующего учебного года, а зачислиться с января. Но первую сессию надо будет отработать летом. Особые условия созданы для тех солдат, кто хочет поступить в военное высшее учебное заведение. Если в течение службы через полгода он уже показывает хорошие результаты и при этом изъявляет желание стать офицером, мы предоставим ему такую возможность. Мы решили, что не надо терять времени, если он хочет, он готов, командиры дают ему хорошую рекомендацию, то он может без экзаменов поступать и учиться уже на уже учиться на первом курсе военного вуза. По данным Айгуль Тулембаевой, инициативы Министерства обороны уже поддержали 70 вузов Казахстана. Если сейчас бесплатное обучение обеспечивается за их счет, то со следующего года грант станет государственным. Бывшие солдаты получат право на стипендию и общежитие, причем в приоритетном порядке. По мнению советника главы Минобороны, заработавшая программа лояльности лишний раз напомнила, что армия – это не пустая потеря времени, а приобретение необходимых мужских качеств плюс полезных навыков и открытие горизонтов
вариантов, новых возможностей. И, кстати, негласным плюсом для самих высших учебных заведений от поступления в них ушедших в запас военнослужащих можно считать увеличение числа дисциплинированных студентов. Будущий айтишник, атлет Кудашев, признается, за 12 месяцев в части научился сдерживать эмоции, осознал, как важно время и как дороги родные люди. Замечает, что далеко не все одногруппники, которые младше на 2-3 года, разделяют его принципы. Не осуждает, но иногда советует. Я вижу то, что они как-то не особо серьезно относятся, да, они смеются, общаются во время урока, типа, они пропускают это все дело. Но я сижу и понимаю, типа, ну, завтра это же вам же отразится, то, что вы сейчас не учитесь. Но я сижу просто, я им предупреждаю, да, типа, ребят, смотрите, там, это же вам надо же. Все-таки вы сами сюда поступили, сами захотели учиться, ну, вот, хотя бы немножко послушать, хотя бы проявите уважение к преподавателю, там, чтобы стену не просто говорить. Мама Адалета, которая ждет его в Актобе, рассказывает, что хотела, чтобы сын работал на железной дороге, а учился ближе к дому. Но выбор сына учиться в столице и совсем на другую специальность Айнур поддержала. Говорит, он уже взрослый и доказывает это на деле. Я знаю, некоторые против армии. В нашей семье все мужчины отслужили, поэтому я только за. Для молодых ребят, которые стоят на страже защиты Родины, это очень хорошая возможность. Дала ли такой эффект программа или просто совпало, но воинские части Казахстана сейчас заполнены. И еще есть резерв на следующие призывы. Кстати, перспектива получения образовательных грантов наверняка повлияла и на положение дел в самой армии. Ведь на бесплатное высшее образование могут претендовать только дисциплинированные и ответственные солдаты. Айгерим Уздыбаева, Айтуган Багланов. Программа «Аналитика».